Добрый день, дорогие друзья! Поговорим о рисунке. Что такое рисунок? Рисунок – это структурная основа любого изображения – графического, живописного, скульптурного и декоративного. Рисунок – это средство познавания и изучения действительности. Многочисленные разновидности рисунка – различаются по технике, методам и характеру рисования, по назначению, жанрам и темам. Рисунок может служить учебным вспомогательным целям при создании произведений разных видов искусства и украшать интерьер. Самостоятельное значение имеет станковый рисунок, выполненный на мольберте станке художника, на отдельном листе, тщательно проработанное художественное произведение различных жанров, портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, мифологический рисунок и другие. Жизненные впечатления художник может зафиксировать в быстро выполненных набросках и зарисовках. Подготовительный рисунок необходим при создании живописных полотен, фресок, мозаик и витражей. Дизайнер или архитектор свой первоначальный замысел проекта фиксирует с помощью рисунка в эскизах. Скульптору необходимо хорошее владение рисунком, чтобы правильно передавать пропорции и объем, располагать форму в пространстве. Композиция скульптурного рельефа начинается также с рисунка. А что такое академический рисунок? Это многочасовая работа с подробной передачей конструкции и светотени объектов. Это выполняют слушатели Академии художеств и разных художественных школ, студенты высших специальных учебных заведений. А на сегодня это все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч!